Это вторая часть про лаймового феника. Здесь я расскажу вам про его маленького друга. Это крохотный зеленый пупс, и зовут его Тефтелька. Тефтелька из Средиземья. Он еще малыш, и непонятно, отрастут ли у него крылья для путешествий в верхние миры со своим другом Феньком. Посему Феня носит Тефтельку в рюкзаке кенгурушки на груди. И путешествуют они пока только таким образом. Тефтелька в лесных оттенках, имеет маленький хвостик и соску. Не собирается бросать Фенька. У них ментальная связь, друзья из прошлых жизней. Размер у этого карапуза всего 10 сантиметров. Он очень мягенький, и у него подвижные лапки. В ушках по две сережки с каждой стороны. Ну, булочка. Сумка-кенгурушка вязаная. А спереди прикреплен небольшой пин в виде зубика. И вот так забавно мы можем кататься в этой сумке. Если понравилось, ставь лайк, и скоро выйдет третья часть.